Hey, okay, с вами Шимки, мы продолжаем проводить игру под названием Street at Range of Rage. Это у нас последняя серия, потому что у нас идет лифт. А после лифта как раз у нас начинается финальная битва. А, я вспомнил момент, что кажется... Да, я говорю, это под конец уже самой игры. Но я могу, повторю, ошибаться. То, что у нас... разный урон. Ай. Фух. F5. Я потом он меня выкинул за этот. Когда будут шлюхи эти, лучше использовать. Я понял. А, да ладно. Вон оно что. Вон, видели, типа, захват он сделал. А я-то думал, подожди. Я помню, как там можно было и через себя перекидывать, и задом. Видите, показывают здание, как машины на снизу. То есть это тоже, видите, так сказать. Но он не выкидывает, видите? Блять. Последний, ребят, контишка. Ее нужно беречь, как зеница ока. Какого черта вот ты отпускаешь их? Во, да, вот так. Полетел отсюда, давай. Ну. Мы идем по небоскребу главарем. Нахер надо рисковать вот это. Будет ли дальше сложнее? Да, мы сейчас переместимся еще в другую локацию, там жопа. Там будут вот эти же самые росомахи. Поэтому нужно беречь хп. Ну видите, типа, она считается как за миссию, но я их объединю, типа лифт и... Потому что здесь боссов нету. Поэтому сорян, ребят.
А, у меня способность не дают. Здесь находится босс, так сказать, данной организации. Я буду сейвиться каждый ход. То, что здесь не то дело, что понимаете, я боюсь то, что я проиграю, да и все. А дело в том, что здесь будут все боссы, которые были перед этим. Поэтому я по факту просто не хочу умирать. Вот видите, мне просто лицо набили, да и все. Что происходит? Забираем яблоко. Поверьте, я вам говорю, как оно есть, то есть дальше будет сложнее намного. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. А, макака. Я не знаю, как против огненного я буду. Снова же. Так, это вторая зона, где могут появиться враги. Здесь должен быть Росомаха. Потом должны быть тёлки, ну, как обычно. Блин, только я не знаю из-за этого. Геракла. Кажется, его тут не будет. Но видите, его можно, в принципе, Росомаху эту схватить, да и все. Я сейвюсь, я сохраняю. Я не помню, финал я с другом проходил, как и все, как вы помните. В игры на двоих. Мы проходили вместе. Если не ошибаюсь, мы, короче, приняли предложение босса.
Мы начали сражаться друг с другом. Ты типа там предаешь, ну типа, мы не знали английского, у нас английская была версия, ну то есть у меня на Sega приставочке. Сейчас кто-то... Ой, блядь, сохраняется при каждой уроне. Просто, чтобы не по... без урона все делать. Ну давай снова загрузись, что ты. Да. Сейчас сохранюсь. У меня же еще одна контишка есть, нужно не забывать. Меня просто, понимаете, раздражает вещь, то, что они меня как-то хватают, хотя... Вот как он меня схватил? По факту он не должен был меня брать. А, рестлер. О. Ну да, он типа не такой уж сложный на самом деле. Но видите, он все равно типа убегает по КД. Так, у нас остался толстяк, вот на которого я как раз и пытаюсь это все дело сохранить, ребят. Тёлки. Тёлками... Ладно, я тут разберусь. Ну, блин, вы должны понимать, что... Жердяя пройти не смогу. А хотя его можно схватить за спиной. И благодаря... Взять его за спину. И благодаря этому я могу... Типа поменять местами, типа. А чё, в натуре? Что-то об этом я не подумал. Но вы слышите, все равно нужно еще схватить. Что-то было. О, начинается. Понимаете, я даже просто быстро бегать не могу. Ну что это? А что мне с ним делать? Хотя я знаю, что я могу делать. Угу. Я его схватил, проверяйте. Да. Ебать, я сейчас глупо сделал. А можно это... Можно. Я его не успеваю догнать. Как? Хотя он всегда на середине... Да... Шит. Да ебать. Да ёлки-палки. Вариант. Да.
А, да, смотрите. Еба, я против него тактику придумал. Ребятки, вы видели? Нихуя себе, сказал я себе. Еба. Спасибо. Животное. F5. F5. Так, осталось. Только тёлка, да? Надеюсь, она будет одна. Примеру. А мне все равно по времени мало. Ладно. А! Я в доме полицейскую машину не могу использовать. А я-то думаю, в чем подвох? Где моя машина? С прошлой этой. А вон она еще оказывается. Прикиньте. Вот это они мне западло сделали. Вот как, чё она мне хватает? Ай. Ай. Понимаете, то есть одна сестра тебя кидает на прогиб, а вторая бьет с ноги в ебало. Как говорится, хочешь жить, не вертеться, да? Есть. Да. Бля. 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 Ладно. Хотя, ладно. Нихуя не ладно.
Дерзкий, суки. Понимаете, как они душат? Ой, бля. А могла бы просто сдохнуть. Просто сдохни. Почему ты такая живучая? Нихуя. Умри же. Мне кажется, она бессмертная. Просто ей сколько уже в лицо принес, а ей то все равно. Давай, ладно, кто кому в лицо с ноги ударит. Наконец-то. Фух. Вот, вот этот босс. А ты крутой парень. Предлагаю тебе стать моей правой рукой. Если мы нажимаем «Да». Наивный простофиля. Вот твоя награда. Да-да. А если бы мы играли с вами вдвоем, тогда он бы сказал: «Хм, так вас же двое», и мы бы дрались с ним. Ну это хорошо, что видите, как раз ты в самом деле хочешь умереть. Я помогу тебе в этом. Вот это я вообще, вот эта битва я вообще не помню. Я с ними никогда не дрался. Еба. Еба. Вы понимаете, сколько он дэмэджа наносит? Просто он прикладом просто бьет, да и все. Интересно, тут возможно было? Мне кажется, либо у него хп бесконечное. Ой, бля, как же это сложно.
Заметьте, что у него хп не убавляется. Вы думаете, я помню, блядь, как это проходить? А чё мне делать? Алло, у него хп. У него фул хп. Вас не смущает то, что у него хп не уменьшается? А меня вот смущает. Серьезно? Ладно. Ой, я проебался как. Блять, а что мне делать? Понимаете, то есть... О-о-о, все, у него контишки полетели. Да ну... Прикиньте? У него контишки, у него хпшки заканчиваются. Ты чё, реально думаешь, я позволю себе ударить? Заметьте, когда мы в центре, он к нам подбегает и начинает бить. А теперь представьте, как это проходить в соло. Я просто кнопку вообще не отпускаю. Сейва. Да, но этот босс финальный вообще жесткий. Не, хотя...
Вот эта его фаза уже довольно легкая. 5 секунд оставалось, прикиньте. Все. Это конец игры. Автора. Ну блин, если оценивать игру, в принципе, игра, как обычно, детство, она довольно прикольная именно с своей атмосферой. Вот тут еще что-то есть. Прикольные типа арты Санчес. Прикольные арты, то есть в плане задники, да, вот передники, передники, которые двигаются, задники, атмосферную, типа, можно окружающую среду использовать. Есть то, что мы можем использовать в плане предметов. Также в плане у нас есть на выбор три персонажа: тёлка, афроамериканец и белый. Также можно отметить это боссов, да, они потом типа так сильно ничем не отличаются, но все равно. Типа взять того же босса, вот финального, я вообще не знаю, как его проходить без сохранений. То есть он прикладом почти ваншотит, то есть ему нужно один раз с прикладом и одна пулька, все, тебя нету. А хп у него потом просто пу-пу-пу. Понимаете, это дубинка. То есть дубинка в начале, как вы поняли, самая жесткая вообще. Это самое жесткое, что может быть в игре. Спасибо за игру. Самое жесткое, и это жестко. Поэтому как-то так, ребята. Следующая игра, скорее всего, будет у нас какой-то платформер. Я уже знаю, какой там, скорее всего, всего лишь выйдет на 5 серий. Да, на 5 где-то серий. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.